На первом месте. На втором месте. Дорогие друзья, мы исполняем две композиции, они исполняются второй раз в жизни. Первый раз это исполнялось на вашем юбилее в 2010 году, когда вам было 15 лет. Значит, группа «Аморальный кодекс» практически выступает в том же составе. Единственное, что с нами нет нашего высокого голоса 2 метра 4 сантиметра Андрея Борисовича Матолина, но занимается предпраздничным чесом сегодня. Но я хочу вам представить народного артиста эскиза, заслуженного деятеля не только искусств, бессменного художественного руководителя группы «Аморальный кодекс» Элтон Арт. Творческий псевдоним его Алексей Артемович Арустамов. Мы с ним уже выступаем на сцене в этом году, будет 20 лет, 20 лет на сцене. Представляете, различные известные группы сходятся, достигают популярности, пика славы, распадаются, а группа «Аморальный кодекс», которую возглавляет, спонсирует, является не только художественным руководителем, но и продюсером этой группы, Элтон Арт, группа «Аморальный кодекс», благодаря усилиям продолжает существовать.
видите, да? Первую композицию вы не подпевали, а вторую обязательно, обязательно надо подпевать. Значит, в припеве здесь идут простые слова. Йо-йо, выполнение йо. Ну, что означает йо-йо, все знают. Я надеюсь, что все знают, что такое выполнение йо. Да, ну, тут все-таки люди связаны со строительством. Итак, рэповая композиция. А, еще забыл сказать. Тут надо не только подпевать, вот палец так вот, боль, крутите, да, так. Йо, йо, обязательно в припеве все должны вот это исполнять. Йо, йо, и пальчики вот так это, веером, да. У нас в эскизе по утрам поются лови, а наши нервные сюрприза мужской любви и нашу дружную любовь. Попробуй ослабь, чувак, здесь не Челябинск, не КВН и не Камеди Клаб. Йо, йо, выполнение йо, за месяц и за квартал всегда мое. Урис, урис, как это мило, строй, строй, без перерыва. Йо, за месяц и за квартал всегда мое. Чувак, в Урисе сейчас полно крутых мужиков. Олейник Старченко, Богданов, Простумкин и Тиняков. Да ты лошара, что ли, шарами увидь. Николаев, Чистников, Долгих, Мартиросян и Медведь. Урис, Урис, как это мило. Строй, строй, без перерыва. Йо, йо, выполнение йо. За месяц, за квартал всегда мое. Йо, йо, выполнение йо. За месяц, за квартал всегда мое. А тут было, чувак, как-то в ОК захожу, в бухгалтерию сунулся, а там чувихи гляжу, Оксана в черной коже и две другие подстать. И если ты мужчина лошара, то в тебе все должно встать. Оксана, Оксана, как это мило, строй, акцептуй нас без перерыва. Йо, йо, выполнение йо, за месяц и за квартал всегда мое. Оксана, Оксана, как это мило, акцептуй нас без перерыва. Йо, йо, выполнение йо, за месяц и за квартал всегда мое. Однако годы бегут, все подались, кто куда. Моторин и дядя Ара красят бутылки, а я служу в ПМБА. Но я вам, чуваки, скажу правду без лишних слов. Если генерал Панов позовет, то каждый в сострой хоть сегодня готов. Генерал Панов, если позовет, то каждый из нас за него горы свернет. Йо, йо, генерал Панов, за вами каждый идти готов. Генерал Панов, если позовет, то каждый из нас за него горы свернет. Йо, йо, генерал Панов, за вами каждый идти готов. Йо, йо, генерал Панов, за вами каждый идти готов. Это была группа «Аморальный кодекс». Браво! Дорогие друзья, и... если говорить серьезно, то мы счастливы и горды тем, что с вами в этот праздник мы с вами вместе прошли большой путь на разных объектах, и мы обрели там счастье не только зарабатывать деньги, но и счастье давать радость людям. Я вспоминаю первый дом, который мы вводили на Балашихе, 312-квартирный напротив госпиталь. И вот говорят, там праздник со слезами на глазах. Я помню, там выступил главком, а потом дали слово подполковнику, который получал самую большую квартиру в этом доме. Там на первом этаже была, по-моему, четырехкомнатная какая-то большая квартира, а у этого подполковника было четверо детей там, малая, меньше. И вот вышел этот подполковник там, ну, прошедший горячие точки там, я уж не помню, как его там звали. Вышел, он стал говорить там: товарищ главнокомандующий, я благодарю вас. И у него голос вдруг задрожал, и он заплакал. Я думаю, вот действительно праздник со слезами на глазах. Дорогие друзья, спасибо вам за нашу совместную работу. С праздником, Днем строителя!